Герр фон Риббентроп, вы подтверждаете, что, будучи министром иностранных дел, вы принудили Чехословакию сдать свою территорию под угрозу агрессии? Я не согласен. Вы угрожали послать свои войска, обладающие численным перевесом, а также разбомбить Прагу. Какая угроза могла быть страшнее? Война, например. Война? Что это, если не война? Риббентропа нужно повесить за глупость. Это самое страшное преступление.